А вот это видео действительно просто эпично. Курская Народная Республика. Российский БТР преспокойненько и не спеша прет в чистом поле, без прикрытия. Впереди свои. БТР подъезжает реально вплотную к позициям двух своих танков. На метров 20, ну то есть это прям совсем рядом. Ну и что тут такого, казалось бы? А вот то, что они не свои. М-ка, Но ведь такое – это просто откровенный идиотизм. Как же так получилось? Вполне вероятно, говорят эксперты, что российские морпехи приняли наш трофейный танк за свой, что и объясняет их, мягко говоря, тупой поступок. Да, у украинских бригад в Курской области теперь достаточно трофейной техники. Но на этом веселье не закончилось. Наши бойцы не стали останавливаться на достигнутом и устроили, так сказать, автопати. Штурмовые группы 225-го отдельного штурмового батальона провели контратаку, и теперь те позиции, с которых вот эти вот невежливые люди начинали свое грандиозное наступление, уже наоборот под контролем ВСУ. Выжившие немногочисленные пополнили обменный фонд. И вот как вы думаете, это русские действительно настолько отупели, или у них действительно, знаете ли, проблемы с ориентацией на местности и понятие, где свой, где чужой? Пишите свои версии в комментариях.